Весенние каникулы у школьников традиционно начинаются с праздника – открытия недели детской книги. Его для ребят подготовили работники межпоселенческой библиотеки. И я в том доме тоже был. Но вдруг будильник зазвонил там-пам-пам-пам-пам. В нашем районе неделя детской книги традиционно началась с подведения итогов конкурса «Самый читающий класс». За это почетное звание дети соревнуются уже 11-й год. Тогда было всего 5 участников. Сегодня за победу боролись 72 класса. Работало очень серьезное жюри, в составе которого были сотрудники библиотеки, это, значит, представители администрации Ленинского района. Так что оценивалось количество баллов, участие ребят в этом конкурсе и, конечно же, итоговая работа. Развивать в ребенке любовь и интерес к книгам важно с детства. И здесь главную роль играют родители. Книги читать очень важно. С помощью книг дети развиваются, становятся умнее, добрее, в зависимости от того, какие книги читают. И учатся общаться между собой. Главное, чем раньше начать, тем лучше, чтобы ребенок слышал речь, чтобы потом в дальнейшем ему самому было интересно читать. Мы любим это делать на ночь, например, ложимся и берем различные сказки народов мира, разные русские народные сказки, все читаем. Спасибо огромное, дорогие родители, за то, что вы поддерживаете в ваших детях желание читать. Дорогие ребята, нам бы, взрослым, все-таки очень хотелось, чтобы вы больше любили книгу. Как сказал Вольтер, читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. Для этих ребят пока еще время знакомств. Я очень люблю книги. А почему? Ну, потому что там написано что-то нового для нас, и мы их очень интересно читаем. Любовью к книгам делятся со своими воспитанниками и опытные педагоги. Мы с детьми стараемся всегда подбирать какие-то новые интересные книги, которых еще пока нет в программе, в школьной. И во внеклассном чтении, ну, внедряем их на уроках внеклассного чтения. Делимся своими впечатлениями. Детям это очень нравится. Книга все-таки там, она и проиллюстрирована, и для детей адаптирована. Все-таки нравится им пока что читать, надо поддерживать в них этот интерес. Обладателем гран-при конкурса «Самый читающий класс» стала школа совхоза имени Ленина. А ее ученик Рафаэль Алиев стал еще и самым читающим учеником. Читать мальчик научился рано. В первом классе стал посещать библиотеку. Теперь он ее постоянный читатель. В день я читаю по 100 страниц книжки. И я быстро их читаю. Моя любимая книжка «Зигрид и потерянные моря». Про девочку по имени Зигрид, которая потерпела кораблекрушение. Многие ребята ушли в этот день с наградами в виде кубков, дипломов и, конечно же, книг, которые они обязательно прочтут. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.